Всем привет, с вами Gabzor.com, и сегодня героем нашего обзора будет Full HD видеорегистратор Denoble MEMA. Это новинка, IPS дисплей, угол обзора 140 градусов, поддержка емких карт памяти. Комплект его включает накрепление на лобовое стекло, руководство пользователя, зарядное устройство в прикуриватель. Классический формат исполнения, внешний вид выдержанный, общие габариты компактные. При установке на лобовом стекле не отнимает полезной площади обзора, со стороны улицы не привлекает к себе внимания. Для фиксации используется вакуумная присоска с прижимной ножкой, поворачивается на 360 градусов. При движении по неровным дорогам не отлипает от стекла и не дрожит, видео сохраняет плавность. Комплектные адаптеры крепления дают возможность организовать скрытый монтаж, длина питающего кабеля 3 метра. Разъем питания расположен на верхнем торце, у адаптера Г-образный коннектор. Кнопки управления сгруппированы на правой и левой гранях, текстурная маркировка нанесена на сами клавиши. Изображение будет на 3-дюймовый IPS дисплей, широкие углы обзора и высокая яркость. На стороне, обращенной на дорогу, выведен объектив, угол обзора 140 градусов, собранный из стеклянных линз. Тестирование видеорегистратора велось с картой памяти, объем 128 гигабайт. Разъем с замковым креплением, исключает случайное извлечение. Меню управления на русском языке предлагает детальные опции по настройке видеосъемки, управление датчиками и дополнительными функциями. Есть системные настройки. Запись этого устройства ведет Full HD разрешение. Записываемые файлы позволят в деталях разобрать происходящее на дороге, номерные знаки читаемы. Резкость по всей площади кадра держится. Используется кодек и расширение, которое не требует для просмотра дополнительного софта. По записям, напомню, по ссылке текст обзора можете посмотреть дневной и ночной ролик в полном тайминге. С удовольствием обсудим с вами недорогой Full HD видеорегистратор Denoble MEMA. Лайк, подписка приветствуется. Пока-пока.